Ребятки, всем привет! Сегодня у нас 18 октября 2017 года, 6 утра. Пару дней назад был на рыбалке на щуку. Первый раз в жизни поймал 4 щучки. Ну, щуренка, может, сантиметров по 15, по 20 каждый. Они благополучно были отпущены. Это видео я не снимал. Был я в Григорьевке, это как на Васильевку ехать. Со стороны Запорожья в Григорьевке поворачиваем налево и уходим километров на 5, наверное, вглубь по Конке. Хорошо порыбачил, правда, погода подвела. Был дождь, мряка. Сегодня решил попробовать свои силы в разумовке. На блесну обычная китайская блесенка. Короче, посмотрим. Погода пока вот такая. Туман, но это уже чуть-чуть он рассеялся. Короче, едем в разумовку. Между Нижней Хорцей и разумовкой есть такой залив, попробуем покидать там. Если не будет, то еще заеду на Молодую Гвардию, это дальше туда, в сторону Беленького, перед Коневским, и попробуем там покидать блесенку. Я думаю, октябрь — это время щуки. Поехали. Ребята, это просто жесть. 6:30 утра, туман просто нереальный. Я плелся полчаса от Бабурки до Разумовки. Тут уже более-менее видно, но по трассе туман просто молоко. Это просто волшебный лес в тумане. 7 утра. Тишина, никого нет, потому что будний день. У меня, слава богу, выходной. Я прям даже не знаю, сейчас разматываться или подождать чуть-чуть, пока туман рассосется. Мы сейчас находимся напротив Разумовки. Объехали по грунтовым дорогам и выехали в сосновый лес. Погода просто сказка. Не выдержу, сейчас буду разматываться. Буду ловить, наверное, на лайтовую палочку с катушкой. Ну, тысячную катушку поставлю, потому что у меня 2500 нету. Попробуем. Прошли метров 200, тишина. Подходим к месту, где раньше был понтонный мост. К сожалению, как бывает часто в нашей стране, этот понтонный мост порезали. Он вел на тот островок. Порезали и сдали на металлолом. Так что вот так. Короче, пришел мужчина с женщиной на удочку ловить, и говорят, что недавно ловили мелочь на кашу, и когда вытаскивали тюльку, то клюнула щучка на килограмм. Это уже радует, значит, по крайней мере, щука здесь была. Будем искать. Люди собирают грибочки.
прошли сосновый лесок и идем по над лагерям. Вот это детский лагерь, ну, наверное, бывший детский лагерь, как всегда у нас все заброшено. Идем в сторону бывшего причала Разумовки. Здрасте. Поклевывает. Поклевывает просто. Кого жрет? Ну, хоть кому-то клев есть. Так, местные сказали, что щука уже в красной книге. Так что хрен я что поймаю. Сидят вон все на удочке. Спиннингистов нету. А детский лагерь, походу, реально развалили полностью, потому что уже забор частями воруют. Последний раз я здесь был, ну, года 3 назад, наверное, забор еще был целый. Сейчас уже почти его не осталось. Вышли мы на бывший пляж детского лагеря. Вот такая полянка красивая. Раньше здесь был полностью все песком высыпано, сейчас заросло. Вот следы даже забора бывшего, который был. Резали его недавно, видно. Вот так вдоль этого все было ограждено забором. Все украли, все стащили. Попробую сейчас здесь. Каким-то непонятным образом моя блесенка лишилась своего хвоста. Остался маленький кусочек. Сейчас заменим на другую. Сонная лягушка. Красивые места, а рыбы нет. Он нашел в кустах раколовку. Машина далеко, поэтому брать ее не буду. Зато у нее даже пружины с крючком.
ржавый. Пружина с крючком тоже ржавая. Не, оставлю здесь, брать не буду. О, грузди. Хороший грузди. Эх, ну не за грибами я приехал. Так что покидаем еще. Гуляю я уже часа полтора, а туман все не рассеивается. По погоде передавали, что будет солнечный, самый теплый день, но пока прогнозы не оправдываются. Если что, вот прямая дорога, вон там можно оставить машину, это если въезжать в Разумовку со стороны трассы на Беленькое, прямо дорога идет с трассы, и вот она до сюда доводит. Тут вот такой заборчик, и начинается сосновый лес. Проехать в этот сосновый лес можно и через грунтовые дороги, но ближайший путь здесь. Я поехал через грунтовку, потому что давно не был и не помнил, как въехать в сосновый лес. Так, пришли мы практически в ту точку, откуда начинали. Метров 200 стоит моя машина. Грибнички до сих пор ходят, перерывают друг за другом. Не знаю, что они собирают, но что-то собирают. А мы попробуем еще.